Итак, всем привет. Новый день, новые приключения. Напоминаю, что мы продолжаем нашу долгую поездку. Мы получили открытку от мамы с просьбой ее навестить. Выехали в ее сторону и по пути собираем ей подарки, ищем лут, ну и тому подобное. Вот первая постройка на нашем пути за сегодняшний день. Давайте посмотрим, что здесь есть. Сразу же вижу канистру. Это хорошо, это замечательно. И она с топливом, больше литра, это ну, то, что надо. Масло. Масло нам не особо интересно. Ну, а больше, на самом деле, в этих постройках-то ничего хорошего, наверное, и не будет. Есть жидкости по маслу, есть алкоголь, есть у нас еще смесь, для как раз для нашего трабанта замечательно. Ну, а больше нет. Площадочка вот эта, где должны стоять машинки, пустая. Ну, а по луту здесь, на самом деле, бедненько, бедненько. Бедненько. Ну давайте посмотрим, что есть. Соберем и, наверное, поедем дальше. Не будем здесь долго задерживаться. Поездка у нас длинная. Давайте соберем и поедем. Ну вот, в общем-то, все, что удалось здесь наскребсти. Опять колеса, резина. Ну, я, скорее всего, даже и трогать колеса не буду, потому что не вижу смысла. Я ищу Жигули. На этом Трабанте мы и на этом доберемся. Посмотрим, что у нас по жидкостям. Дольемся и... Ну и, наверное, да, поедем дальше в путь. Давайте. И вот тут, друзья, меня осенило. А чё-то я еду к маме и везу всего один ящик. Давайте-ка возьмем с собой еще один. Черт, чё знает, что там лежит. Вдруг что-нибудь ценное. Пусть будет. Пусть будет. Смотрите, как села машина, прикольно. Давайте проедем, посмотрим, что будет. Ну вот свет-то в салоне надо выключить. Так, заводим. Заводим нашу малышку. Посмотрим, как она будет себя вести. Заводись давай. О, все, поехали. Ну, раскачка такая нормальная. Даже немножко страшновато. Ну, держится, все хорошо. Едем, но качает, конечно, здорово. Машина начала себя как яхту вести. Здорово, на самом деле. Хоть и в раннем доступе игра, но над физикой... Ой, как ее кренит. Ой-ой-ой. Здорово кренит. Но над физикой-то разработчик поработал. Смотрите, как ее качает. Раскачивает. О. Жаль, что маленькая машинка... Опа! Груз подбросила. Жаль, что маленькая машинка... Не положить больше-то. Посмотреть, как будет себя вести, если еще один ящик сверху положить. Ну, поедем. Дальше там будет видно. А вот тут, друзья, я не знаю, что произошло. Может быть, в какой-то момент у меня откис интернет, но мир перестал генерироваться. Как видите, есть просто дорога, причем дорога очень широкая. Видно, как разработчик ее сделал. То есть она состоит из четырех полос, просто две крайние полосы нагнуты. Но вокруг мира нету. Я еще, конечно, проеду, посмотрю, но вряд ли что-то изменится. Скорее всего, надо будет перезаходить. Давайте проедем, посмотрим.
Нет, друзья, мир генерироваться не начал, так и шла дорога, это ничего не происходило, пришлось перезайти. И вот она, одна проблема, когда перезаходишь в игру, все из багажника вываливается. Ну не все, как видите, но вот эти вот предметы, которые, в общем-то, никакой роли в игре не играют пока, они вываливаются. Если есть вонючки в машине, они отклеиваются. Ну и бывает, пропадают какие-то предметы. Ну под капотом вряд ли что-то изменилось. Да, там ничего не может измениться. Но вот есть такая проблема. Разработчику надо будет над этим поработать. Пропадают предметы, вываливаются предметы. Вываливаются из бардачка в машине, вываливаются из багажника. Отклеиваются те, что приклеены. Но я ничего, видите, не приклеивал, потому что нет смысла. Постоянно перезахожу в игру, они отваливаются, их потом очень долго искать. Ну ладно, продолжаем наше путешествие. В путь. Тем временем, друзья, мы нашли двухэтажный дом. Но я подозреваю, что опять в нем ни хрена не будет. Потому что в этих домах почему-то можно найти машину целую, но лута здесь никогда не бывает хорошего. Давайте-ка шарахнем. Вот так вот. Взрываются резиновые женщины. Ну давайте посмотрим, что здесь есть. Ух ты, Шкода. Шкода и в хорошем кузове. Но, к сожалению, без колес, без мотора. Полностью раздетая, но кузов этот вообще отличный. Вот такую бы жигу найти в таком состоянии. Ну вот на такие случаи нужно возить с собой лут, который находишь для других машин. Если вот такой вот кузов попадется, да, было бы у меня сейчас с собой 4 колеса. Блин, здесь и прицеп есть, но тоже без колес. А я с ним ничего не смогу сделать. Жалко, конечно, Шкоду. Шкода хорошенькая. Давайте попробуем его поднять. Не, он даже не цепляется. Без колес даже не цепляется. Не, ничего с этим не сделает. К сожалению. И кузов, и прицеп остается здесь. Больше в этом доме ни хрена нету. Я облазил второй этаж, не стал вам показывать, потому что там вообще ничего нету. Голяк. Баба резиновая взорвалась, а больше ничего не было. Бензоль у нас есть. Так что продолжаем наше путешествие. Пока нам не везет с лутом. Не везет. Ладно, поехали дальше. Друзья, ехал весь день, ничего не попадалось, и вот только под вечер уже солнце садится, первая построечка. Опять блокпост, опять, скорее всего, ничего в нем нету. Ты вообще не знаю, что это за постройка такая. Ну, как всегда, вот журнал, кстати, наверное, у него потом какой-то будет функционал у этого журнала, потому что их очень много разбросано, но пока это просто вот такая вот картиночка. Толку от него никакого. Посмотрим, что внутри. Быстренько оглянем. Капот, дверь. Давайте свет включим, будет лучше видно. Вот так вот будет получше. Да, вот вижу, канистры есть. Ну, хоть топливо какое-то, и то хорошо. Но вот в этих вот помещениях очень мало лута. Они такие, ну, никакие, так скажем. Давайте быстренько все повыковыриваем, что есть. Thank you.
Ну и, в общем-то, здесь все, как я и говорил, лута очень мало. Поэтому продолжаем путешествие. Залил две канистры. На какое-то время нам этого хватит, но больше здесь искать нечего. Едем дальше, сейчас, наверное, в пути заночуем. И на утро уже продолжим. Путь, как всегда, в путь. Друзья, уже полдень следующего дня, попадается по пути какая-то захудалая заправка. Опять предвижу нищету лута. Ну, давайте посмотрим. Ну, хотя бы есть топливо. И топливо, кстати, неплохо. Литр 300, это хорошо. За ящиками обязательно надо смотреть. Тут нет ни хрена. Вокруг обошел, ни хрена нету. Ну, вот на таких маленьких заправках, вот блокпостах, вообще обычно ни черта не бывает. Сейчас быстренько перельюсь. Наполним быстренько канистры, да и дальше в путь надо искать что-то посерьезнее уже. На самом деле, что-то поездка у нас не задалась. Не везет на лут, просто какой-то кошмар. За всю весь путь, который проделали, нашли только вот этот кузов зеленого Трабанта и все. В общем-то, больше ничего. Ладненько, заправимся и в путь. Ну, ёпарный бабай. Ой, друзья, я засмотрелся вот на эту постройку, и вот результат. Втараторился я в столб, все забрызгал кровью. Жесть какая-то, блин. Разлетелся груз, пришлось остановиться, собрать весь груз, всю весь наш импровизированный багаж, блин. Ай, какой кошмар, конечно. Зато посмотрите, что здесь. Ну, наконец-то, наконец-то. Спустя две серии поездки нам, походу, повезло. Давайте смотреть быстрее. Так, здесь Шкода, Жига и Трабант. Быстренько смотрим, что с двигателем. Так, отлично. Тут отлично. Главное, чтобы была смесь хорошая. Отлично вообще. Надо только долить масло в двигатель, и все. Замечательно. Здесь тоже, в общем-то, неплохо. Но есть кровь, здесь кровь, боже мой, кошмар, конечно, какой-то. Откуда кровь? Но бог с ним. Что в Трабанте? Ну, Трабант-то меня на самом деле не особо интересует. О, вот это ядерная смесь, вот это кошмар. Вот эту машину мы не заведем при любом раскладе. Хотя у меня есть бензин, но я не хочу его даже тратить. Я, наконец, нашел Жигу в приличном, на самом деле, кузове. Поменять тут надо только двери, капотину. Давайте быстренько глянем, что у нас внутри. Внутри, как всегда, полота очень скверно и бедно. Ну, что есть, то есть, в общем. Быстренько собираем. Главное, мы нашли Жигу. Сейчас мы соберем тут, что есть. Вот есть канистрочки. Это уже неплохо. Хотя бензина у меня достаточно. Как бы уже нету. Мы столько проехали, что проблем с бензином нету. Ладно, тогда быстренько сейчас я начинаю собирать Жигули. Ну, а как соберу, так и погоним дальше. Thank you.
я наконец-таки все это закончилось. Весь вчерашний вечер и полночи я ковырялся с тем, чтобы перебирал с одной машины на другой, с той на эту. В общем, собрал в конце концов, как видите, Жигули. И я решил модернизировать наш багажник. Чуть там к маме едем всего с двумя ящиками. Ну, она нас неправильно поймет. Поэтому давайте-ка возьмем еще два с собой. Для этого я, как видите, проложил досочку под кровать. Для того, чтобы поместилось больше, видите? Теперь мы можем вести не два ящика, а четыре. Заодно посмотрим, что будет с этой машиной. Как она себя поведет. Очень забавно посмотреть. На самом деле физика работает, меня радует. Как посмотрите, как она села. Выхлопная уже на земле. И это еще не все. Сейчас мы еще один ящик добавим. Ну вот морда, кстати, садится очень мало. А задница садится очень, ну, весомо так. Посмотрим, как машина будет себя вести на дороге. Смотрите. Задница просто просела в хлам. А вот морда почему-то нет. Все, выхлопная уже практически царапает по земле. Но сейчас поедем, посмотрим. Но, ребята, серия затянулась. Очень долго я ковырялся. Очень много я повырезал. Поэтому, наверное, продолжим путешествие мы уже в следующей серии. А на этом, наверное, буду с вами прощаться. Было приятно провести время. Кому понравилось, заходите, смотрите. Всего вам доброго.